Была, значит, в Тульской области деревня Челюстина. Ну, как была она и сейчас есть. Стоит себе, разваливается потихоньку. Так вот, потихоньку начала загибаться она. В 70-х от центра далеко, работы нет. Жила там бабка. К ней, бывало, дочь приезжает. А один раз не приехала. Да и вообще никто не приехал. Ну и бабку эту месяц никто не видел. То она для гостей за молоком ходила, а тут вообще ее нет. Ну, думают, померла, вскрыли дом. Ну, естественно, труп распухший в коридоре, жара, лето, вонь страшная. От пола ее отскребали, чтобы похоронить. После этого началась чертовщина. У коров молоко пошло черное. Болеть многие стали сильно. И засуха была. Дождь, если идет, то все мимо деревни. Но тут местная бабка-старожилка вспомнила, что похороненная давеча та еще девица в молодости была. На Ивана куполу озорничала. В лес убегала, под местную церковь как-то убитую собаку со щенятами подложила. Гостей домой водила, как она выразилась с козлиными ногами. Ну кому эти бредни интересны, деревня и так еле живая. А тут еще один алкаш по пьяни залез к этой покойной бабке в дом, не закрыто же. Нашли его на утро, выпотрошенным. Всем сказали, что зверь залез, не закрыть же дом. В общем, надо ли говорить, ринулись из села все. Стоит она теперь, деревня, заброшенная. И дома грустные такие, заброшенные, ветхие. И все, кто там бывал, говорят, если в дом такой зайдешь, то такая тоска нападает, хоть волком вой. И воет волк по ночам из дома той умершей бабки. Но это уже просто легенда.